Канун Нового года преподнес жительнице Якутска подарок ценой в 1 миллион рублей. В минувшие выходные в столице прошел розыгрыш лотереи от компании «Сахаболт». Главный приз – 40 соболей и индивидуальный пошив шубы достался учительнице одной из столичных школ. Кому еще улыбнулась удача в этот день, в материале Саргаланы Захаровой. В торговом центре «Аншлаг» полный зал гостей. Все с замиранием сердца ожидают оглашения номера билета очередного победителя. Все решает случай. И снова барабан кружится. И вот он, обладатель сертификата на сумму 10 тысяч рублей. Анжела. Ну что, Анжела и Татьяна, мы поздравляем. Аплодисментами. Сертификат номиналом 10 тысяч рублей отправляется вам. Неожиданно, очень неожиданно. Я никогда не выигрывала. Поэтому нет, я вообще в первый раз сверяю просто номера. Сама лично никогда не выигрывала. А удача улыбнулась тем, кто сделал покупку в магазине «Сахаболт» на сумму от 5 тысяч рублей. На каждую пятерку покупателям выдавали по одному лотерейному билету. Новогодний подарок от «Сахаболта» нашим покупателям. Акция началась 15 августа, закончилась 16 декабря. В акции разыгрываются 46 призов. Общий призовой фонд составляет 1,5 миллиона рублей. Мы благодарим наших покупателей за то, что они выбирают нашу продукцию и желаем всем хорошего настроения в этот Новый год. Фортуна не только улыбнулась, но и по-настоящему заключила свои объятия главного счастливчика розыгрыша.